Здравствуйте, дорогие друзья. 10 минут назад я проснулся, Катя меня разбудила криками, что Санди не родила. И действительно, так оно и есть. Это одна из немногих змей, которая живет у меня в спальне, потому что я очень за них трясусь. И, наконец-то, третье разведение Санди мое. Я очень счастлив, я просто... Посмотрите на это чудо. Куча малышей. Самка была невероятно беременная, я боюсь представить, сколько здесь деток. И я не представляю, куда их сейчас складывать, потому что я бы с вами сейчас их посчитал. Я вижу тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Сейчас мы их посчитаем. Давайте вместе их все-таки посчитаем. Это будет интересно. Это грязное белье. Уберем. Ой, раз, блин, нет, не так просто. Раз, что-то они какие-то. Нет, давайте все-таки сюда нехорошо будет. Ну ладно, попозже разберемся. Спасибо за внимание.